Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Коллекция монет». Так, следующее письмо на канале. Распаковка. Новые монеты пришли сегодня. Несколько. Ну и, как обычно, интересные. Где мой режечек, ножичек? Так. Почти все достал. Ну, вот они, 4 монеты пришло. Так, в пакетиках. Пакетиков у меня много, поэтому не буду их беречь. Два. Три, четыре. Ну, так, почти. Все. Так. Ну, давайте начнем с этой самой маленькой монетки. Это монета Южноафриканской Республики. На 2 ранда 2019 года. Это монета из набора, который называется 25 лет конституционной демократии в Южной Африке. В 2019 году вышел такой набор. В нем несколько монет. Вот 5 монет номиналом 2 ранда. Причем 3 монеты из этого набора достаточно распространены. А две почему-то встречаются гораздо реже. И вот не хватало у меня как раз таки одной монеты. Я ее докупил, и теперь у меня полный набор. Ну и в этом же наборе есть монета 5 рандов и металлическая. Она тоже достаточно часто встречается. То есть вот, скажем так, 6 монет. Эта монета называется «Свобода религии и убеждений». Набор дособирал. Пришлось... разным. Не так давно я еще одну монету из этого набора показывал, тоже докупал. Так, следующие монеты. Это монеты, 3 монеты Украины. Это одна из первых монет, которую выпустила Украина. 130 лет со дня рождения Михаила Грушевского. 200 тысяч карбованцев, 96-й год. Ну и две монеты, вот эту вот, напоследок оставлю. Так, эта монета номиналом 2 гривны, 80 лет боя под Крутами. Так, как правильно-то? Ну, вот так вот. Тоже недорогая монета. Одна, скажем так, из ранних. Ну и вот эту вот монетку я ждал. Показывал я пару дней назад альбом. Третий том с памятными украинскими монетами. И вот как раз одной монеты там не хватало. Это вот эта вот монета. Называется она 1025 лет крещению Киевской Руси. 5 гривен. 2013 год. Займет она. Кстати, альбом у меня здесь пока еще не ждет. Вот как раз... вот сюда она и попадет. И все, альбом будет полностью заполнен. И будем работать над следующими. Вот такие вот интересные монеты
На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.